если билет. Так, сел, сейчас сел, посчитал. Хочу сказать Александру Викторовичу, что ему досталось непростой участок работы, но очень работоспособный и достойный коллектив, который способен решить любые задачи. Я и обращаюсь к коллективу и к руководству, которое сейчас назначается, хочу просто повторить тот тезис, который сказал и Иван Иванович, и Александр Викторович. Наша работа, в отличие от других граждан, имеет свою функцию сохранения порядка, безопасности на той территории, которую мы обслуживаем. Наша задача остаться вне политики, вне своих симпатий, антипатий, которые должны мы оставлять дома, а выходить на работу. У нас есть принципы, которыми мы должны руководствоваться. Это соблюдение закона на территории, где мы работаем, и конституции. Этим все сказано, не надо больше ничего куда-то вправо-влево искать какие-то ответы на вопросы, которые сейчас поднимаются в государстве. Я думаю, этим все сказано. Поэтому желаю вам удачи в Мелитополе, потому что Мелитополь не такой простой город. Он всегда был сложным городом и в плане и обстановки, и оперативной обстановки, но он контролируемый. Поэтому удачи, еще раз удачи.